Ребята, любите ли вы своих плюшевых медведей? Плюшевый мишка, покрутись, плюшевый мишка, земли коснись, плюшевый мишка, ботинки почисть, плюшевый мишка, иди учись. Плюшевый мишка, прыгай ввысь, плюшевый мишка, небо коснись, плюшевый мишка, ну-ка нагнись, плюшевый мишка, к ступням тянись. Плюшевый мишка, время спать, плюшевый мишка, глаза закрывай, плюшевый мишка, свет выключай, плюшевый мишка, засыпай. Плюшевому мишке пора спать. Давайте выучим алфавит с животными. Вперед с паровозиком Бобом! Эй, 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 аллигейтор, он большой и зеленый крокодил. Би, 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 a butterfly, летающая королева бабочка. Си, 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 caterpillar, смотрите, как она ползет. Гусеница. Ди, 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 a dog, собака. Смотри, как прыгает на лапках. И, 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 an elephant, с хоботом длинным-длинным. Слон. F, 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 a frog, лягушка. У нее длиннющий язычок. G, 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 giraffe, жираф. От него мы видим половину. H, 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 a hippopotamus, лежит он в озере целый день. Гиппопотам. Игуана, она словно маленький динозаврик. Игуана. Джей, 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 a jaguar, пятнистый от ушей до хвоста. Ягуар. Кей, 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 a kangaroo, смотри, какой веселый попрыгун. Кенгуру. Л, 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 a lion, лев. В джунглях королем зовется он. Обезьяна прыгает по деревьям. N, 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 a newt, тритон. Смотри, он скоро чихнет. O, 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 an octopus, у него очень много рук. Осьминог. P, 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 a penguin, пингвин. Ну разве не забавно он ходит? Перепелка высиживает птенцов. R, 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 a rhinoceros, носорог. Берегись, у него есть рог. S, 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 a starfish, встречается только в морях. Морская звезда. T, 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 a tiger, тигр. Кажется, этот заснул. A
какие красивые рога. Степной баран. Ви-ви-ви, a vulture. Гриф. Летает очень высоко. W-W, a walrus. Морж. Как у него выросли клыки. X-X-X, an x-ray fish. Практически прозрачная она. Звездчатая пристелла. Why-why-why, a yak. Yak. Думаю, ему очень холодно. Зи-зи-зи, a zebra. Зебра. Как будто лошадка вся в полосках. Это была песня об алфавите с животными. Ну, разве не весело? Возвращайтесь к нам скорее с паровозиком Бобом. Привет, ребята! Хотите посмотреть сегодня что-то классное? Да, хотим, хотим! Ура! Хорошо! Мы направляемся на военную базу. Поспешите, давайте в темпе! Мы видим, ребята? Мы видим танк! Действительно, на военной базе он самый главный. Привет, мистер танк! Чем ты занят? Я защищаю нашу страну и ее границы. Смотрите, вот военный грузовик. Привет, военный грузовик! Куда спешишь? Привет, Боб. Я должен доставить снаряжение солдатам. Мне нужно ехать. Привет, скорая помощь! Ты выглядишь уставшей. Привет, Боб. Это потому, что я всегда нужна. Чем же ты занята целый день? Я развожу раненых в больницу. Такая ответственная работа! Да, мистер Боб! А что это показалось из воды? Минуту назад здесь ничего не было. Привет, Боб, я мистер Субмарина. Мое название означает «под морем». Я могу быть как под, так и над водой. Привет, Субмарина. Привет, Боб. Как ваши дела? Добрый день, мистер военный корабль. Ты бороздил голубые дали. Да, я плаваю по морям и обеспечиваю безопасность берегов. Конечно, это именно то, чем ты можешь похвастаться. Поглядите сюда. Да это же авианосец. Да, это я. Привет, дорогой. Я военная база в море. Все эти самолеты я несу сам. Вот взлетает истребитель. Ух ты! Я летаю очень высоко. Я защищаю небо. Глядите вверх. Это же транспортный вертолет. Что ты делаешь? Привет, Боб. Как твои дела? Я перевожу солдат по воздуху на короткие и дальние расстояния. Вот летит бомбардировщик. Осторожно, ребята. Ух ты! Привет, Боб, я бомбардировщик. Мои враги меня боятся. Мои бомбы могут уничтожить все наземные и морские цели. Привет, бронетранспортер. Что у тебя под броней? Привет, я перевожу солдат к местам сражения. Привет, Боб, как дела? Привет, вертолет. Что ты делаешь? Я как военный грузовик. Протягиваю руку помощи всем. Моя задача — добираться в труднодоступные места по воздуху. Ребята, смотрите! Что это за военный транспорт? Как он называется? Истребитель? Джип? Вертолет? Ну помоги же нам! Нет, это судно на воздушной подушке. Смотрите, вот оно! Я могу перемещаться по любой поверхности. Я направляюсь туда, где большие проблемы. Глядите, ребята, а вот и военный джип. Привет, Боб. Я легко езжу по любым дорогам, и неважно, высокие они или глубокие. Я надеюсь, вам понравилось на военной базе, ребята. Пока! Мне нужно ехать! Пока, Боб!
Привет, ребята! Чем заняты? Давайте сегодня поиграем в интересную игру с веселыми разноцветными фигурами. А сейчас пусть они сами себя представят. Меня зовут Квадрат. Мои четыре стороны. Хоть крути, хоть верти, все они равны. Я Квадрат. Меня зовут Круг. Смотри, как я катаюсь. Вскоре ты поймешь, мой внешний край бесконечный. Потому что я круг, круг. Прямоугольником меня зовут. У меня неравные стороны. Две из них короткие, две другие длинные. Давай их сосчитаем. Одна, вторая, третья, четвертая. Меня зовут Треугольник. Взбирайся вверх на холмик. Спускайся вниз, а теперь немного влево. Скажи, что у нас получилось? Треугольник. Да, я треугольник. Поехали, ребята, поиграем с фигурами и построим нечто серьезное. Ура! Давайте покажем наши способности. Из фигур мы построим целый красивый дом. У него четыре одинаковые стороны. Как его зовут? Квадрат! Да, давайте поставим его сюда. А теперь скажите мне, какой формы крыша? Треугольник! Да, давайте поставим его на место. Наш дом растет. А что за фигура с двумя длинными и двумя короткими сторонами? Прямоугольник! Да, это прямоугольник. Какой красивый дом мы построили! Да! Ну что же, было классно! Давайте продолжим! А если мы захотим прокатиться? Давайте построим машину! Да! Какая из фигур может все время крутиться? А ну-ка подскажите! Круг! Да, это круг! Давайте его поставим сюда! Нам нужна фигура, у которой две длинные и две короткие стороны. Прямоугольник! Да, прямоугольник. Ставим его сюда. А какую фигуру с равными сторонами мы поставим наверх? Квадрат! Да, квадрат. Он уже на месте. При помощи наших фигур мы построили замечательный автомобиль. Ура! А теперь что? Чтобы было где отдохнуть, давайте построим дерево, а? Да! В этот раз мы начнем с прямоугольника. Ну, разве не отличный вид? Дети, какая фигура нам еще нужна? Круг, прямоугольник, ну скажи нам! Хорошо, возьмем немного треугольников. Ого, это похоже на красивое дерево. Правда, дети? Да! Ребята, давайте еще кое-что построим. Как насчет небольших качелей? Да, на качелях мы будем кататься целый день! Итак, с какой фигуры мы начнем? Треугольник отлично подойдет для основания. Теперь берем фигуру с двумя короткими и двумя длинными сторонами. Да, давайте возьмем прямоугольник! Теперь давайте его аккуратно сплюснем. Смотрите, получились отличные качели. Сегодня так весело, ребята. Да, Боб! Ура, ура! Нам нужно место, где можно покушать. Давайте сделаем стол и пару стульев. Возьмем четыре прямоугольника. Под таким углом они будут ножками. Смотрятся великолепно. Спасибо тебе, прямоугольник. Теперь возьмем круглую фигуру. Ребята, напомните, как она называется? Круг! Правильно, круг. Положим его сверху. Вот и получился у нас небольшой симпатичный столик. Теперь нам нужны квадраты и прямоугольники, чтобы сделать стулья. Превосходно! Теперь мы можем сесть вокруг стола. Благодарю вас, фигуры. С вами было весело сегодня. Скоро увидимся. Еще поиграем.